Бразды правления берет программа «Полезное утро». Мы продолжаем. Как хочется услышать несколько слов от звезды от какой-нибудь. Да, и прямо сейчас у нас рубрика «Утро со звездой» и ее участник Йосики Хаяси. Так зовут легендарного основателя хэви-метал группы X Japan. Прямо сейчас узнаем, как он начинает свой день. Обычно я просыпаюсь супер поздно. Завтракаю я салатом, потом тренировка, и я иду работать в студию звукозаписи. На весь день, до самой ночи. Обычно я встречаю рассвет после работы в студии. Вы знаете, каждый день — это новое начало. Я пытаюсь сделать лучшее, что я могу.